Губернатор ответит на все вопросы кировчан. 26 ноября будет работать прямая телефонная линия. По номерам 64 94 65 и 37 26 31 можно будет задать вопрос Никите Белых с 9 утра до полудня и с 14 до 16 часов. Если у вас нет возможности в это время позвонить, вопрос можно оставить заранее, позвонив по этим же номерам телефона. О других событиях города и области смотрите в коротком видеообзоре. На борту разбившегося в Казани самолета авиакатастрофа произошла 17 ноября. Погибла уроженка Кировской области, 23-летняя Алия Ахметшина. Девушка родилась и закончила школу в Вятских Полянах, затем училась и работала в Казани. За полученным рейсом она возвращалась домой из Москвы, где находилась в командировке. Кроме Алии, в этой авиакатастрофе погибли еще 49 человек. Все пассажиры самолета и члены экипажа. В Кировской области стали чаще разводиться. За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов возросло на 7%. На данный момент их уже 5303. Напомню, российские депутаты предложили недавно увеличить госпошлину за расторжение брака с нынешних 400 рублей до 30 тысяч, то есть в 75 раз. Сотрудники налоговой службы проведут урок грамотности для детей, студентов и пенсионеров. В России стартовала неделя налоговой грамотности. До 22 ноября кировчанам легко и доступно объяснят, зачем и как платить налоги. Получить консультацию специалистов все желающие смогут и в интернете. Урок налоговой грамотности начнется 21 ноября в 11 часов. Чтобы стать его участником, надо зарегистрироваться на сайте налоговой службы.